В оккупированном Крыму России далее проводит масштабные учения «Кавказ-2016». Сегодня ключевой этап маневров. С инспекцией на аннексированный полуостров прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. На полигоне АПУК задействуют все виды войск, привлеченные к учениям. Будут тренироваться отражать нападение условного противника. В маневрах принимают участие 12,5 тысяч военных, новейшая техника, авиация и флот. Накануне экипажи истребителей Су-27 отработали поражение наземных Целей на Крымском полигоне. В частности, применение неуправляемых авиационных ракет и авиабомб массой 250 килограммов по целям на земле. Напомню, стратегические тренировки Федерация будет проводить до 10 сентября. Такие военные учения осудил отечественный МИД, заявили, масштабное наращивание межвидовой группировки войск на оккупированных территориях и на границе с Украиной свидетельствуют о росте военной угрозы для нашей страны.